Соревнования по пинболу к 70-летию Великой Победы Беларуси начались с минуты молчания в память о погибших в годы войны. Перед самим турниром был проведен своеобразный мастер-класс, который показали самые опытные участники. Попробовать свои силы в бою собрались 11 команд, которые представляли организации и предприятия города над Бугом. Также турнир посетили гости, живущие за пределами областного центра, представители Березовского района. Мы организовали турнир, который посвящен 70-летию освобождения Беларуси от немецко-фашистских захватчиков в таком военизированном виде спорта, как пейнтбол. Из всех видов это единственный спорт, в котором можно четко определить результат. Он очень хорош, подходит для и мужчин, и для девочек. Но, к сожалению, дети в него играть не могут. Мы собрали здесь 13 команд предприятий города. Две команды представляют профессиональные команды, участвующие в различных чемпионатах и кубках. И 11 команд любители, которые там 1-2 раза, многие вообще ни разу не играли в пейнтбол. То есть девиз нашего турнира – это «Наш враг – диван и телевизор». Турнир такого уровня мы проводим впервые. На самом деле в Беларуси есть, скажем так, более профессиональные, когда играют игроки уже с серьезным обмундированием. Я надеюсь, что если раз в год мы это будем делать, то будет здорово. Мы с удовольствием поддержали это прекрасное начинание. Как бы то, что мы запланировали на этот год в качестве вот продвижения и нашей торговой марки, полностью совпадает с целями данного мероприятия. Активный отдых, здоровый образ жизни и интересное времяпровождение. Для участия в военно-патриотическом турнире любителям активного образа жизни необходимо было внести взнос в размере 1 200 000 белорусских рублей. Оплаченная услуга предусматривала прокат оборудования и обмундирования, а также засыпку шаров на весь бой участника. Участвуем, попробуем что-то новое. В принципе, какое-то экстремальное немножко развлечение, чтобы как бы дома не сидеть. Почему бы не провести время с пользой, с интересом? Трехраундовый поединок оказался зрелищным. На двух площадках клуба «Мановар», расположенных возле деревни Каменица Жировецкая, развернулись настоящие пейнтбольные бои. Обстановка на поле говорила об одном. Команды целенаправленно и уверенно шли к своей победе. Главный приз – 3 миллиона белорусских рублей – достался гостям из Березовского края. Остальным участникам были вручены дипломы и памятные сувениры. Организаторы мероприятия намерены развивать идею проведения подобных турниров. А это говорит об интересе к данному виду активного отдыха. Софья Бережная, Кирилл Липовик, Дмитрий Лазарчук, телекомпания БУК-ТВ.